Сегодня с утра огромное количество сообщений о том, что в различных округах Москвы, конечно, рекордсменом является северо-западный округ Москвы, Северная Медведково, подвозят людей на автобусах со скрепительными удостоверениями, либо лиц, которые якобы работают на непрерывных производствах, причем даже из других регионов, для голосования по доп. Спискам, так называемым. Но я думаю, что здесь очевидна данная схема, потому что стоят полупрозрачные урны, стоят видеокамеры, и организовать какой бы то ни был брос массовый, наверное, тяжело или опасно. Поэтому организуют так называемые карусели, когда люди идут потоками и голосуют под контролем руководства предприятий. Мы подготовили уже большое количество запросов, наши наблюдатели, представители СМИ фиксируют эти факты, фиксируют номера автобусов. Так даже в рабочем блокноте ЦИКа указано, что подвоз избирателей запрещен. Будем работать, но понимая эту технологию, власть пытается сделать все возможное.